реально сняли маску с помни из цифрового цирка. И я снял это на камеру. Смотри обязательно до конца, чтобы не упустить этот момент. Приятного просмотра. Ребята, Кирилл, Машка, давайте помни сюда, давай! Давай, помни! А куда бежать? Вот туда! Да, бегу! Кирилл! Вставай, вставай, вставай! Ой, да встаю, я встаю! А что вы встали? Бегите! Блин, а куда бежать-то? Куда бежать? Да вон она, дверь! Подождите меня! А, вон она! Ну что ж вы стоите, побежали! Мы почти спасены! Ребята, это выход! Помни! Давай, давай! Пашка, ты что стоишь? Давай! А, да, Пашка, это я! Хорошо! Эй, Кирилл, догоняй! Мы дома! Я больше не Барби! Пашка! Да, я наконец-то Пашка, а не эта шахматная фигура! Слушай, что? А ты всегда в человеческом мире выглядела как помни? Мы не хотим тебя расстраивать и не будем, да? Да-да, нет, не может быть! Но почему я еще не человек? Почему на мне вот этот костюм и эта маска? Не получается! Слушай, помни, может, мы что-то придумаем и поможем тебе. А может, ты всегда такой была, родилась такой? Нет, я была человеком. А я хочу стать обратно человеком. Блин. Ну, быть человеком не так уж и круто. Вот зубы чистить все время надо там. Подожди-ка, а у нас получается, помни, не хватает Кирилла. Точно, я забыл уже о нем. Видимо, он застрял там. Ой, меня, подождите. Блин. Ребята, почему я еще в цирке, в этом цифровом? Блин, она не работает. Вот, блин, капец. Что же делать? Ребята, это трюк. Мы же с ребятами от этого монстра бежали. Надо срочно где-то спрятаться. Так, туда. Я его спасу, отойди. Алина! И как же мы его спасем? Надо придумать какой-то другой выход. Я знаю способ, как его спасти. Но просто так я не скажу его. А что надо? Ты хочешь конфет? Нет! Помогите мне стать человеком! А, ну, давай. Окей, сначала мы поможем, помни, стать человеком, а потом ты нам поможешь спасти Кирилла. Да! Отличный план. А как мы поможем-то ей? Идем в лабораторию, как всегда. А, да, это точно. Универсальный план. А, ребят, я вроде бы сбежал от этого монстра и спрятался в какой-то непонятной комнате. Эй, что ты здесь делаешь? Ты мешаешь мне делать мои дела. Я не могу, когда кто-то смотрит. Джекс, извини, пожалуйста, я тебе дверь закрою, чтобы никто не мешал. Я тебе сейчас рот закрою, если ты не уйдешь. Ладно, короче, надо другое место найти. Здесь уже Джекс сидит. Так, куда можно? Ладно, по пути решим. Так, ну... Вроде монстра нигде не видно и даже не слышно. Это значит, что я оторвался. Но это не решает проблему вообще. Мне нужно выбраться из цирка и связаться с ребятами, с Алиной, с Пашей. Они могут помочь. Ну, Паша вряд ли, вот Алина точно поможет. Алина про цифровой цирк знает вообще все. А? Блин, этот цифровой цирк удивительнее, чем я думал. А что это вообще такое? Так, посмотрим и... Воу! Да там даже дна нету! И черным черно, просто ничего не видно! Воу. Нет, туда я спускаться точно не буду! Во-первых, я боюсь темноты, а там даже дна не видно, я еще к тому же высоты боюсь. Лучше пойду и поищу вот эту красную дверь с надписью «Выход, Exit», вот это вот, через которую ребята проходили. Паш, ты не тот глаз закрываешь. Это вообще игрушка. А, блин, а я проверяю просто, как работает он или нет. Это для антуража. Ладно, все у нас тут на месте. Помни, ты что там стоишь? Да, давай к нам. Ой-ой-ой, это лаборатория. Да, конечно, лаборатория, а как еще иначе-то? А куда без лаборатории? Я думала, вы мне просто дарите какой-нибудь антидот. А я просто очень боюсь врачей, особенно стоматологов. Ты боишься врачей? Да не бойся, помни.
Все будет хорошо. Че ты пугаешь ее? Убери, убери. Это нам даже не понадобится. Давай, помни, давай. Не бойся. Тебе нужно прилечь. Ребята, никогда не бойтесь ходить в больницу, особенно к стоматологам. Они хотят вам помочь и ничего плохого вам не сделают. Да, не сделают. Только помощь. Ой, вы хотите мне помочь? Я больше не буду бояться. И вы не бойтесь. Ребята, помни, не боится. И вы не бойтесь. А нам пора действовать. Да. Сейчас я включу этот аппарат. О, включила. Да, у меня все заработало. Это сканер, ребята. Вот он так тянется, вот проводок. Это рентген. Ну, рентген, сканер. Ну, какая разница, вы поняли, в общем. Сейчас мы проверим, есть ли внутри, помни, что-то, что нам необходимо извлечь, чтобы снять этот костюм. О, там что-то есть. Там какой-то звук. Так, подождите, я могу вывести на экран, что увидел там рентген. Вывожу на экран. Загрузка. Ребята, помни, действительно, что-то есть. Только что это? Да, это похоже на то, чего там быть не должно. Ну, определенно. Ребята, может быть, вы знаете, что это или кто? Да, если вы знаете, напишите в комментариях. А то мы вот не очень понимаем. Нам бы хотелось узнать. Ребята, вы скорее пишите комментарии. А нам нужно скорее доставать это из помни, да? Да, нужно извлекать. Вау, я даже на рентгене хорошо получилось. Да, на рентгене помни прекрасно, я согласна. Надо это инородное тело извлекать. Смотрите, ребята, это может использоваться не только как рентген, но еще и как лопатка. Сейчас я просто выкопаю ее. То есть по твоей логике, вот это можно использовать еще вот так вот? Да блин, вот так не надо, так больно. Конечно, так не надо, потому что это просто рентген, а не лопатка. А ну, положи обратно. Это было просто сказать и не бить меня. Ну иначе ты не понимаешь. Помни, мы сейчас тебя подключим к аппарату и сделаем небольшой укольчик. Ой-ой-ой-ой, укольчик? Ну небольшой же. Так, ты главное лежи и не дергайся. Маленький укольчик. Ой-ой-ой-ой, и это маленький укольчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я вообще все обыскал и не могу найти вообще никаких намеков на выход. Это же та самая дверь, через которую ребята смогли сбежать из цифрового цирка. А вам никогда не казалось, что эта дверь очень похожа на кнопку подписаться? Ведь когда подписываешься на канал, она красная или другого цвета. Ребят, помогите разобраться, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какого она цвета. Ну, а я погнал. Сейчас мы узнаем, что за этой дверью. И... Это же непонятное помещение, я никогда такого не видел. Но была не была, проверим, что там. Вперед, навстречу приключениям. Так, оп, все. Ой-ой-ой. Она определенно уснула. Значит, у нас есть время достать то, что ей мешает. Снять костюм. Да. Так, ладно. Скальпель. Аккуратно, нужно сделать надрез. Так, так, еще чуть-чуть. Все, пора доставать то, что мешает, помни! Вы готовы, ребята? Ладно, я надеюсь, они готовы. Так, ой-ой-ой, она такая мягенькая там! А еще, как будто сахарная вата. О, что-то схватило! Это что такое? Это похоже на VR-очки. Подожди, я слышала, что в цифровой цирк можно попасть с помощью VR-очков. И, возможно, из-за этих VR-очков помни попала в цифровой цирк. О, все сходится. Подожди, если мы это достали, то тогда сейчас ее маска и костюм легко снимутся. Извлекаем. Что извлекаем? Просто снимай костюм, мы же достали предмет. Ладно, не получается. Не получается. Не получается. Блин, значит, что-то еще есть. Сахарная вата? Да какая сахарная вата? Я бы поел. Блин, придется снова сувать туда руку. Сахарную вату вытащи. Ладно. Что-то большое. Сахарная вата. Оно огромное, Пашка, тяни меня. Это мистер Пузырек. Это не похоже на сахарную вату. Да, потому что это пузырек. А, прислужник Кейна. Да, привет, дружочек, привет. Эй, дружок, он такой прикольный.
но что ты не отвечаешь? А может, он спит? Он, наверное, в полном шоке, потому что он как-то попал в животик, помни. Ну ничего, мы сейчас его разбудим. Вот тут есть нашатырь, который, если понюхать, он сразу очнется. Это, ребята, такой запах, от которого ты сразу просыпаешься. Да. Мы собирали Пуки Бруно. Давай, просыпайся. А где у него нос? Ну все равно, Пуки Бруно невозможно не почувствовать, даже если ты стоишь где-то вдалеке. Ой, я, кстати, чувствую. Я тоже чувствую. Ну так, а чего тогда он не чувствует? Я не знаю. Слушай, давай его просто оставим. Может быть, он придет в себя и проснется. Ох, мне аж поплохело как-то. Все, малыш, будь здесь. Я надеюсь, он проснется. Так, давай ты, а то я уже устала все доставать. Ладно, все-таки я надеюсь, что сахарная вата в какой-то момент попадется мне в руку. Сейчас посмотрим, что там. О, блин, тут что-то такое приятное, ну на ощупь очень приятное, да? Ау, 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 что-то меня схватило за руку! Вау, ничего себе, это прям не похоже на цифровой цирк, здесь даже комп из реального мира. Только он не включается, блин. О, ребята, смотрите, это же та самая красная дверь, надеюсь, она приведет меня домой. Так. Не понял. Это же то же самое помещение, только немножко другое. То есть этот компьютер был там, этот стеллаж был вот здесь, а дверь вообще тут. Что происходит? Ладно, вот здесь что? Да что происходит-то? Нет! Я хочу домой! Я хочу домой! Я устал! Эй! Здесь есть кто-нибудь? Помогите! Блин! Это я где вообще? Что это за место? Так. Может, вниз? Блин, я даже земли под ногами не чувствую. За что-нибудь схватиться надо. О, здесь так красиво. Блин, вот это место. Блин, как же здесь круто. Кейн, а что это за аттракцион у тебя? Это очень нехорошее место, и тебе тут нельзя находиться. Давай перенесемся туда, где побезопаснее. Воу, что это? Блин, я хотел выбраться из цифрового цирка, а в итоге побывал фиг знает где. И не выбрался, и даже выход не нашел. Ай, блин. Что это за звук? Так. Это же из соседней комнаты. Нет! Это же... Лешка, давай, давай! Ой, блин, я ударился локтем. Да я тоже ударилась. Ой, а что это? Не знаю. Подожди, это же цифровой цирк! А, ничего себе, это прикольно. О, матрешка? Нет, это не матрешка, это кассета. С цифровым цирком. Я такие только на картинках видел. Знаешь что? Возможно, эта штука поможет нам спасти Кирилла. Он же там застрял. Блин, Кирилл же еще. Так может не будем его спасать? Так хорошо, время проводим без него. Ты что, ты шутишь, шутки что ли? Я не шучу. Так, ребята, возможно, помни, знает, как использовать эту вещь. И мы узнаем, как спасти Кирилла. Да, я не знаю, зачем нам это нужно, но давайте посмотрим. Сейчас мы и разбудим. Помни, а ты заклей ранку. Хорошо, сейчас. Если что, это волшебный пластырь, который заживит ее ранку. И у нее ничего не останется. Да, нормально будет, хорошо, классно. А теперь пора просыпаться, помни. Должна проснуться. Это точно не дезодорант какой-нибудь? Ну типа... Вроде нет. Она проснулась. Как я хорошо поспала. Почему я еще в этом костюме?
костюме. Скажите, почему я еще не человек? Ну слушай, помни, мы над этим работаем. Да. Может, ты знаешь, как с помощью этой кассеты можно вернуть Кирилла? Да. Кассета? Нет! Это плохая кассета! Не надо! Это же компьютер! Правда, очень древний. Давай, включайся. Эй, работай! Блин, это же единственная возможность связаться с внешним миром. Давай, работай! Этот компьютер настолько древний, что не только не включается, на нем, наверное, даже лайк поставить нельзя. Вон тут даже мышки никакой нету. Блин, ребята, помогите мне поставить под этим роликом лайк. И тогда, возможно, он, не знаю, заработает, наверное. Давай, работай! Может быть, это как-то, ну, с джойстика управляется. Так. Ты не видел парня, который искал выход? Это я! О, ты? Да. Ну что, я нашел выход, хочешь покажу? Давай. Где? О, давай, давай. Ну и где он, где? Где же они, где они? Кто они? В смысле, несколько выходов, что ли? Нет, я имел в виду он. Где он? Ну, я думаю, что там выхода не может быть, потому что, ну... Да ты не думай, ты просто действуй. Так это же не выход, это печенье. Да перестань. Ой, фу, как ты это... О! Что за звуки? Ты, наверное, проголодался. Я? Подкрепись перед... Я проголодался? Джекс, стой! О, это же мои печенья. Привет, рогата. Если что, я не трогал эти печенья. Это все Джекс их достал. И отдал мне и убежал куда-то. Ну и ладно, ты попробуй. Ну ладно, хорошо. Ну, как тебе? Я сама готовила, я так старалась. Только в любви туда вложила. Нормально. Как-то необычный вкус. Все хорошо прям. Ну, интересный вкус, да. Да, точно вкусно. Да. Ой, а что это там такое? Мне. Да, уже все пролетело там что-то. Но спасибо, я больше не хочу есть. Уверен? Да, я наелся, спасибо. Эх, ну ладно, зато вкусно. Помни, дыши. Не дыши. Дыши. Не дыши. Успокоилась. Ага. А теперь самое главное. Расскажи-ка нам про эту кассету. Рано, пока рано. Ладно. Я ее убрала. Я ее спрятала. Ее рядом нет. Можешь просто рассказать, что за кассета? Умный ход. Нет, я не хочу об этом говорить. Слушай, Пашка. Ну ты пыталась, Алин. Ну ты все хорошо сделала. Это дохлый номер. Да, все. Она не хочет рассказывать, что за кассета. Она ее тупо боится. Да, это я видел. Ну как же она работает? Точно! Чтобы она работала, нам нужен проигрыватель. Я не люблю проигрывать. Да, да хватит шутить. Проигрыватель, не проигрыватель. Я не шутил. Ладно, и где нам найти проигрыватель? Помни, ты чё? Что с тобой? Помни, как тебе помочь? Да, ты скажи, если можешь, мы ей поможем. Кажется, отпустила. Слушай, если ее будет так глючить, она точно исчезнет. Блин, не хотелось бы, такая классная компьютерная игра. Только голова болит. А ты присядь. Подожди-ка, ты сказал компьютерная игра? Ну да, или видеоигра, ну по-разному можно сказать. У меня есть идея. Смотри, что у меня есть. Коробка? Да, а в ней флешки. Ух ты, и? Блин, ты же сам сказал, что компьютерная игра. А почему компьютерные игры глючат? Не знаю, может потому что их делают какие-то балбесы. Да нет, потому что у них вирусы. Мы сейчас на флешке закачаем вирусы. Ой, антивирусы. Ага. Вот, антивирусы сюда закачаем, ага, и скормим это помни. И ага, она больше не будет глючить. Давай потом это Кириллу скормим, а то он что-то совсем. Твои шутки, конечно, Паш. Да блин, я не шучу. Рогата, объясни мне, пожалуйста, что это за компьютер? Почему он не работает? И почему он такой древний? Ой, знаешь, это очень старый компьютер, и им давно никто не пользуется вообще. Это компьютер Кейна. Но он строго-настрого запретил им пользоваться. Никому нельзя. Знаешь, вот... Был у нас один Джакс, наверное, ты его помнишь. Да, я знаю этого кролика, блин. Попробовала однажды его включить,
Ничем хорошим это не закончилось. Кейн очень-очень разозлился. Да так, что вытащил оттуда какую-то деталь, и он теперь не включается вообще. А если достать эту деталь и воткнуть в компьютер, он заработает? Ой, да я даже не знаю. Я девочка, в компьютерах вообще не разбираюсь. Так что вряд ли. Так, детальки не хватает у компьютера. Я примерно понимаю, какую деталь, но она, эта деталь, по-любому где-то находится либо в комнате Кейна, либо что-то связанное с Кейном. Слушай, ты можешь отвезти меня туда, где живет Кейн, в его дом? Как-то не знаю. Ну давай, давай, смотри, если мы выкрадем эту деталь, я смогу починить этот компьютер, и мы выберемся из цифрового цирка и станем людьми. Кейн разозлится, я его боюсь, знаешь. Ты будешь человеком, что тебе Кейна бояться? Он всего лишь какой-то зубастик с глазами во рту, ну, не суть. Что его бояться? Ну, вообще, справедливо, давай, пошли. Да, это то самое место, похоже на логово Кейна. Вот даже глаза есть и зубы. Написано не входить, но мы не расскажем Кейну. Закрыто? Ну, конечно, закрыто. Кейн всегда с собой ключ носит и закрывает ее. А, да, и правда, вот ключ требует. А как ключ? О, это же Кейн. Ты говоришь, у него... Где ключ находится? Он с собой, да? Да, с собой, с собой. Вот смотри, смотри, он у него. Это офигенная возможность. Сейчас мы стырим ключ и откроем комнату. Пойдем, ты мне поможешь. У тебя получится. Ты веди себя тихо, максимально да тихо. Да стараюсь, это ты тише будь. Да я тихо себя веду. Я прям мышка. Оп, оп. Короче, смотри, я сейчас подойду, ворую ключ, и мы с тобой попадем в комнату. Вот, а ты стой здесь на стрёме. А может не надо? Что не надо? Стоять на стрёме? Ты нет, воровать ключ, он проснется, будет плохо-плохо. Ты потише говори, да нормально все. Мне вот так вот нужна эта деталь от компьютера. Меня друзья ждут в реальном мире. Да ладно, иди уже, раз начали. Стой на стрёме. Мне страшно, потому что у Кейна глаза открыты. В этом кармане нету. Так, где же он? А, вы тут что, новый цирковой номер придумываете? Джекс, уходи! Ты вообще что-то сделаешь? Да я ищу парня, который искал выход. Он видел? Туда убежал. Все, давай, иди отсюда. А, нет, мне теперь здесь нравится. Тем более Кейн спит, а это мое любимое развлечение. Нет, 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 нет! Да ты послушай, как это смешно. Хватит. Нет, не надо. Стой. Хорошо, я немножко подожду. А теперь продолжим. Да стой, стой. Ой, это же ключ. Все, я ухожу, короче. Давай, парень, удачи. А я, пожалуй, не буду останавливаться. Хоть какое-то развлечение. Дело за малым осталось. Просто открыть эту дверь и забрать деталь. И можно включить компьютер и выбраться из этого цирка. И оп. Боже мой. Пашка, вставляем флешки. Да. Оп, сейчас мы починим помни. Так. Опа! Оп, опа! Готово! А теперь пора скачивать антивирус! Сейчас мы спасем помни! Так! Скачиваем! Сейчас они скачаются! И нам придется как-то скормить это помни. Ну, дело за малым. Помни! Мы кое-что придумали! Тебе нужно съесть эту флешку! Да. Давай! А? Нет, нет! Не буду я есть эти железяки! Но мы же придумали, как тебя вылечить! Нет! Я знаю, как сработает, как с маленьким ребенком. Вот, ротик открываем, и тут улетят флешки. Нет, нет! Я не буду это есть! Надо, помни, надо! Ой, блин! Ой, Паша! Ай, какая гадость! Фу! Тебе стало легче? А? Странно, должно было. Блин, а зачем мы тогда все это делали? Должно было сработать. О, ничего себе! Это действительно какая-то комната Кейна. Вот тут даже шляпы разные есть. Золотая какая-то, черная, белая. Зубы вот лишние. Ой, точнее запасные, да, наверное, так проще сказать. Зубная щетка, посмотрите, какая огромная. Вот как раз под эти зубы. Вот так вот чистить. А это что такое? Это, наверное, как
Трость! Точно, это же трость! У него есть трость! У Кейна! Так, вообще, я отвлекся. Мне нужно найти деталь от компьютера. Где она может быть? Здесь? Блин, тут тоже ничего нету. Где бы еще? Ребята, смотрите! Это же настоящие запасные глаза! Возможно, Кейн как-то их меняет постоянно. Подождите. А, это мармеладки. Это не запасные глаза. Кейн тоже любит сладости. Ладно, нужно не отвлекаться. Я здесь ищу важную деталь для компьютера. Где она? Важная деталь. Ребята, вот она. Это важная деталь для компьютера. Как же сладко я поспал! Если бы еще не странная щеколка в моем носу. Так, ладно. Пузырик? Где пузырик? Как он расслабился. Я когда встречу его, я его... А впрочем, нужно заниматься своими деловыми делами. С помощью вот этой штуки я смогу починить компьютер и вернуться к своим друзьям! Там проснулся Кейн! Нужно что-то делать! Блин! Кейн, это очень плохо. Мы же в его комнате находимся. Так, главное успокоиться. Рогата, есть какие-нибудь мысли? План есть? Так, подожди, не кричи, я сосредоточусь. Давай, думай. Да, есть одна идея. Какая? Стой тут, я сейчас принесу коробку, и ты в нее залезай. Коробку? Давай. Залезай быстрее! Так, Рогат, это ж обычная коробка. Нет времени думать! Делай, что говорим, лезь в коробку! Нет, давай все-таки еще подумаем чуть-чуть, потому что, ну, это не выглядит как план. Да, ладно, все, лезу в коробку, все! Так, что здесь у нас происходит? Помни, с тобой все хорошо! Все будет в порядке, когда я окажусь в цифровом. Ты же не хотела туда возвращаться! Да, и ты хотела стать обычным человеком! Я вернусь туда, когда... Уничтожу! Вас! Пашка, все очень плохо! Да, по-моему, она не шутит! Бежим! Закрывай! Блин, она ведь сильная! Помогай! Да, отличная идея! Это остановит ее, но только на время! Что будем делать? Сейчас бы нам пригодилась бы помощь Бруно или даже Артема Аришна. Да даже Кирилл бы, может, чем-то помог бы. О, да, ты прав. Нам нужен помощник, но опытный. Я знаю одного такого. Это, возможно, ты его не знаешь. Зовут его Продавец. Не, я знаю. Но он просил не звонить ему в эти числа, вот какие сейчас идут. Он в отпуске. Так, блин, он всегда за лайки вообще все что угодно сделает. И сразу к нам придет. Блин, ты сейчас прям звонить ему будешь? Конечно. Вот его номер. Ой, у меня что-то животик заболел. Ты пока звонишь, я сбегаю по-быстрому в туалет. Ладно, бывает такое, понимаю тебя. Так, ладно, где его? Вот, звонок идет. Что-то он долго, обычно сразу отвечает. Привет, Продавец! А ты чего так запыхался? Да, как-то даже в отпуске работа не отпускает. Все время куча дел. Слушай, хорошо, у меня тоже к тебе одно дело. У нас тут, короче, вообще хаос. Помни, она... Сошла с ума? Откуда ты знаешь? Она реально сошла с ума. Это просто обычная история для Помни. В общем... Нам нужен ты и твое невероятное изобретение, как обычно. Хорошо. Поэтому прямо сейчас приезжай. Все, пока. Классно, что он придет. Алина, я там вообще, прям такого натворил. Мне кажется, я даже похудел. Слушай, не обязательно это всем рассказывать, как ты в туалет ходишь. У меня лучшая новость для нас. К нам придет Продавец. Да ты что? Да, он сам такое хотел. Такой, сейчас приду, и вообще, я его лучшая подруга. Мне кажется, он не очень хотел. Ладно, давай посмотрим, что там делает Помни. А, давай. Так, сейчас подключусь к нашим камерам. Сначала нужно ввести пароль. Давай, какой пароль? Так, пукнуть 3 раза. Кто его придумал? Блин, я только что был в туалете, но я попробую. Да, не, стой, не надо портить запах. Это нужно ввести. Так называется, типа, пукнуть 3 раза пароль. Хорошо, 3 раза у меня могло бы не получиться, но только если с паузами. Пашка, пукать не надо, все, успокойся. Так,
Подключаюсь. Смотри, это гостиная. Ага. А это помни. Да. И появляется след из шариков. Так, и куда он ведет? Я не знаю. Кажется, в бассейн. Так, ладно, другую камеру. А что с бассейном-то? Там же была вода, а сейчас нет воды. Он сухой стал. Помни, глючит. И она заглючила бассейн, то есть превратила воду в шарики. Ничего себе, это тебе не трижды пукнуть. Да, слушай, но она действительно испортила наш бассейн, блин. Это, конечно, так из рук не сойдет. О, смотри, это же проигрыватель и телевизор. Нам нужен этот телевизор. Так, зачем нам этот телевизор? У нас вот есть отличный телек. Да ты не понимаешь, этот телек новый, и в него кассету не вставишь. Нам нужен проигрыватель старенький. Опять этот проигрыватель. Ладно, Пашка, нам придется выйти из комнаты. Не, я не хочу выходить из комнаты. Зачем? В комнате нормально, в комнате мне ничего не угрожает. Не переживай, с нами все будет хорошо, ведь мы с подписчиками. Погнали! Может, подписчики исходят тогда? А, блин. Нет. Что, родак, а что ты тут делаешь? Ой, да. Знаешь, я пришла поинтересоваться насчет обеда. О, ты хочешь кушать? Да. Тогда найди Музырика! Этим обедом должен заниматься он просто пропал. Ну, хорошо, как скажешь. Раз искать, значит, я пошла. Иди. Так, Кирилл, потерпи еще немножко. Так, прости, что не объяснила тебе это. Ну, мы торопились очень. Да, и действительно, надо было сначала объяснить. Ты бы хоть коробку не трясла, ну, что ли? Ладно, иди компьютер чини. Да, компьютер, точно. Так, подключаем важную штуку для компа сюда и... Блин, не работает. Не работает компьютер? Да. Может быть, не хватает какой-то очень важной штуки для компьютера? Нет, вот она! Может быть, тогда не работает кнопка включения компьютера? Да нет, она нажимается! Тогда даже не знаю, тогда... А, есть один вариант! Какой вариант? Даже не знаю, как тебе сказать, тебе он не понравится. Я готов ради друзей на все, давай, говори! Нужно вставить вилку в розетку. Да, это хорошая мысль. А почему он мне не понравится? Потому что он означает, что ты тупица. Джекс, ты вот опять твои шутки, короче. Сейчас подключим его. Оп, заработало. Как здорово, когда есть электричество, правда? Да, это очень удивительно, кстати. А всего-то надо было воткнуть вилку в розетку. Так, еще раз одна такая шутка, и я тебя с собой в настоящий мир не возьму. Да мне и не надо было, я дома. Ее тут нет. А я не уверен. А я уверена. Пойдем. Я не пойду. Идем. Тихо, Паша. Да я максимально тихо. Это те самые шарики, которые оставляла, помни. Возьмем на экспертизу. Может, не будем брать? А, он горячий. А почему он такой горячий? Слушай, Пашка, мы очень плохие. Почему это? С тобой эти химики. А, ну я не химик, я же гуманитарий. На, убери в лабораторию. Следы идут прямо к бассейну. Кстати, возможно, они не горячие. А это потому, что вода была холодная, а они горячие, и вот они слились, и стала нормальная температура. А мне кажется, потому что... желтые, а это, возможно, вкусные. Да не надо это есть, Алина. О, ты просто посмотри, как много тут шариков. Вся вода стала живой с шариками. Выглядит красочно, но все равно не надо это есть или что-то там делать. Ладно, ребята, мы здесь не ради этого. Нам нужен этот телевизор, а точнее вот этот вот проигрыватель. Кассету. Где кассета? А, так она у тебя была. Да, она была у меня, но я отдала халат с кассетой тебе. Ну, да, ну, вон в лаборатории. Или... Куда ты мне сказала его отнести? Я туда и отнес. Ты никуда его не относил. Где моя кассета? Ну, я не знаю, я не помню, Алин. Ну, ты дала, я сбросил. Джеб. Ладно, стой тут, а то тоже потеряешься. А я пойду добуду кассету, где бы она ни была. Ну, хорошо. Возможно, скоро придет продавец. Встреть его. Да, продавца я обязательно встречу. Так, и где же она? О, хорошо, что она так близко.
Раз, два. Помни, заберем тебя. Три, четыре. Открывайте дверь пошире. Пять, шесть. Помни, хочет всех вас есть. Блин, она прям здесь скачет. Что же делать? О, точно! Мы специально для таких случаев установили колоночку в гараже, чтобы отвлекать монстров. Сейчас я включу классный трек, и она точно туда пойдет. Включаю! Мосси! А? Что это такое? О, она обратила внимание... Уходит! Это мой шанс. Пока она убежала. Кассета у меня. Ой-ой-ой-ой-ой! Это похоже на цифровой цирк. Слушайте, все больше фрагментов, похожих из самого цирка, появляется в реальной жизни. Возможно, нам угрожает большая опасность. И нужно поспешить. А где Пашка? Ладно. Мне нужно спешить. А и тем более мне интересно. Потом расскажу. Конечно, интереснее посмотреть, но самое главное, что увидите вы. Включаем. Это же заставка из цифрового цирка. А зачем тебе нужен этот компьютер? Ты хочешь скачать какую-то игрушку? Да, например, бьем Джакса по лицу. Такой игры нет. Есть. Вот, смотри. Видишь? Это не оно. Смотри, заставка прошла. Так, это Кирилл, Рогата и Джакс. Ребята, вы меня видите? Алина, ты нас видишь? Джакс, помаши рукой. Алина. Я не только вас вижу, но и слышу. Ребята, это походу из-за кассеты я смогла связаться с цифровым цирком. Ребята, я так рада вас видеть. У нас помни, она в общем сломалась. Она стала бешеной, и она глючит, и все ломает вокруг нас. Так это же весело. Нет, совсем не весело. Помнишь нашу подругу Зубу? У нее было то же самое. Да, и это было весело. Нет. Ребята, это очень плохо. Может быть, вы можете нам помочь и вернуть, помни, ее прежний облик. Или хотя бы снять маску эту. Пожалуйста, помогите. Возможно, у Кейна есть какой-то способ, как можно помочь, помни, или хотя бы выбраться из цирка. Ну да, возможно, даже очень возможно, у него есть такой способ, но ты никогда его не узнаешь, потому что он тебе никогда его не расскажет. Ну окей, может он и не расскажет, но возможно, у него есть какая-то записная книжка, в которой сказано, как отсюда можно свалить или как помочь, помни. Да, но он же тебе ее не отдаст. Конечно, он тебе ничего не расскажет и не даст, ведь это его королевство. Ну, слушай, Джакс, на самом деле, я уже ключ-то у него украл и пробрался в его комнату. И в теории мы можем попробовать украсть у него этот дневник. О, да ты победитель? Ну тогда да, конечно, тогда у тебя все получится. Ну, да. Только надо придумать какой-то план. Ребята, я рассчитываю на вас. Дайте знать, если что-то узнаете. А сейчас... Это кто-то пришел. Ребята, к нам кто-то пришел. Наверное, помощь. Ладно, я выключаю. Кирилл, мы тебя спасем. Наверное. Стой, не отключайся, подожди, нет! Кто же там пришел? Звали меня. Ты уже тут? А как? Подожди. Ты как попал домой к нам? Волшебство. Ладно, не шуми. Помни, сейчас в гараже. И нам лучше пойти на второй этаж. Хорошо. Иди. Вот так вот. А потом оно заглючило. Понятно. Да, это тяжелый случай. Но не волнуйся, мы придумаем, что сделать. Ведь у меня есть вот такая замечательная вещь. Это каталог. Всякие интересные штуки находятся в нем. Все ваши ингредиенты, да, предметы. Да, и волшебные предметы, и интересные ингредиенты для создания предметов. Ну, в общем, все. Давайте посмотрим. Тут и мантия-невидимка, и маленький цветочек. И сколько тут всего.
Да, там очень много всего. Тяжело даже как-то выбрать. Так, ребята, нам срочно нужен какой-то план. Есть мысли? Да нет, у нас ничего не получится. У Кейна везде глаза, он все видит. Да-да-да, у тебя получилось тащить у него ключ только потому, что он уснул. Уснул? Это мысль. Нам нужно как-то усыпить Кейна. Есть идеи? Ну, в общем-то, идейка одна имеется. Вот у меня как раз для таких случаев есть снотворное. Нет, это неправильно. Это плохо так использовать. Вообще, зачем оно у тебя? Ну, я сам иногда пользуюсь, потому что временами плохо сплю, мысли всякие. Так, ребята, но это очень хорошо. Это, да, это сработает. Но как мы заставим Кейна выпить его? Ну, знаете, есть у меня одна идейка. Он литрами пьет молочный коктейль. Это хорошо. Хорошая мысль. Ты знаешь, где достать молочный коктейль? Да, знаю. Пойдемте. Пойдемте. О, ребята, сюда идите. Смотрите. Он такой забавный. Как ему вообще не больно вот так вот глаз пинать? Ну, он просто не очень адекватный. Значит, пора передохнуть! Оп, коктейльчик! Вот-вот, это тот коктейль, который нам нужен! Как бы снотворное-то добавить? Вот так! Блин, Джекс! Да, ладно! Так! Ребята, очень трудно выбрать. Все очень крутое. Ну вот я тут выбрала один пультик. Пультик. О, пультик, да. Где-то у меня этот пульт есть. Вот и он. А как он работает-то? Ну, сейчас покажу. Только я забыл, как им пользоваться. Я давно этого не делал. Но сейчас проверим. Ой, не надо было проверять этот пульт на Алине. Ну, ладно, ничего. Попробуем еще раз включить ее. Моя голова. Ой, а чё я лежу? Ё-моё! Чё произошло-то? Ну, я просто забыл, как он работает. Вот, проверил и случайно выключил тебя. Ты что, офигел, что ли? Да ты даже не знаешь, что я... Надо громкость убрать громкость. Вот так, намного лучше. А теперь, Алина, попробуем этот пульт, напомни. Продавец, ты уверен, что пульт сработает? Ну, на тебя же сработал, значит, сработает. Верно, пошли. Изнутри. Блин, продавец, почему не сработал твой пульт? Напомни. Ну, вероятно, помни, слишком сильно глючит. Этот пульт работает только с исправной техникой. Ты мог бы сразу об этом сказать, ладно. О, смотри, очки. Я хочу эти очки. Ты уверена? Ну, конечно, уверена, давай. Ну, смотри. Я уверена, что эти очки стреляют лазером или читают чужие мысли. А может быть, гипноз даже. Ты еще скажи, что они делают того, кто их надел, невидимым или отправляют в космос. Здорово. Над моими шутками наконец-то кто-то смеется. Сейчас попробуем. Русалка утонула. Русалка ест рыбу. Русалка села на шпагат. Прекрати. Ой, я думала, я вообще не закончу смеяться. Что это за очки такие? Ну, это очки как раз для смеха. У тебя отвратительные шутки. Ну почему? Это тебе просто русалку вы не зашли. У меня хорошие есть. О, слушай, у нас столько крутых
этих штук, а Пашка отсутствует. Я сейчас Пашку позову. Алина, не надо. Что ты сказал? Упс. Так, еще чуть-чуть. Извини, что отвлекаю, но там Зубова, она разбушевалась. Походу, она перепутала руки с ногами. О, это отличный способ научить ее ходить на руках. Я повезал. Займись этим, молодец, молодец. Какой же тупица. Блин, Джакс, спасибо тебе, ты прям меня спас. Ну, не то, чтобы я очень хотел, так получилось. Оп. О, добавили. Все, осталось дождаться, пока Кейн вернется и попробует. И тогда он точно уснет. Ну, если твое снотворное сработает. Все, хватит болтать. Так, давай, 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 быстрее, прячься, прячься. Так, ждем. Этот фиолетовый кролик опять меня обманул. Нужно придумать для него величайшее наказание. О, коктейльчик. О. Пойду поиграю. Вот. И вот. Джекс, противоядие не сработало. Я же говорила, у нас ничего не выйдет. Что это было? Апчхи! Тихо! Ты же нас сейчас спалишь. Ты еще вот так сделай. Апчхи! Здесь кто-то есть? Ребята, все, уходим, пока он нас не спалил. Нет, здесь никого нету. Да ты дурак, что ли? Что ты делаешь? Ну, я же для нас стараюсь. О, Джакс, это ты! Пришло время отвечать за свои поступки! Блин, он нас заметил, что делать-то? Что ты сказал? Ты что, просто с Пашкой не хочешь видеться? Вы поссорились, что ли? Да, нет, мы даже не знакомы, но просто мне кажется, он какой-то глупый. Он действительно глупый. Что? Так. Слушай, но он все равно любит все вот эти штуки, которыми ты заведуешь. Вот эти продаешь всякие пушки, очки для смеха. Он вообще обожает такое. Я сейчас позову Пашку, и вы будете дружить вечно. Алина, подожди, я только что вспомнил, что у меня есть специальный дротик, чтобы остановить помни. О, давай ты достанешь, а я позову Пашку. Не-не-не-не-не, ну он же не со мной. Я не могу носить с собой все. Но у меня... У меня есть вот эта замечательная вещь, чтобы открыть портал и забрать дротик. Хорошо, ты тогда за дротиком, а я Пашку найду. Ожидай здесь! Хорошо! Куда же Пашка подевался? Вот все говорят, диета, диета, а я один раз в туалет сходил и уже стройняшка. Вот ты где, Пашка! Двигайся сюда! Я тебя везде искала. Ты пропустил просто невероятные приключения с продавцем. Он принесет такую пулю. Ты... О, это он пришел. Алина, мне кажется, это не продавец. Да в смысле? Он просто телепорнулся немножко дальше. Все нормально будет. Не переживай. Убегать. Ну уж точно не стоять здесь! А, бежи! Ну, Джакс, ну ты у меня погоди, сейчас я тебя... А что с ним такое? Он замер. Пойдемте проверим. Пойдемте. Джакс, давай, ты первый. А что с ним такое-то? Кейн, Кейн, как низко ты пал. А это твое вот это... Вот это, да, вот это вот оно. Войдите. Куда войти? Короче, Джек, не пудри мне мозги. Нам сейчас нужно идти в эту, в комнату Кейна. Да нет, подожди, какая комната Кейна? Все важные бумажки и документы он хранит в своем офисе. Она верно говорит. А где офис? Да вот он. А, ну тогда пойдемте быстрее. О-о-о, давайте заходите. Вау! Давайте посмотрим. Давай. О, ничего себе. Блин, а вы здесь были раньше вообще? Я был пару раз, хотя Кейн сюда нас не пускал. Серьезно, был? Ну, это ж я. Ребята, это же ноутбук Кейна. Ой. Так, надо посмотреть, что здесь. Сейчас. Так, личные дела всех в цифровом цирке. Джакс. О,
Джакс, тут написано, что ты дебил. Нет, определенно дебил ты, потому что я стою здесь, а не там, куда ты показал. А, ну да. О, это же... Это же то, что нам нужно! Кирилл! Кирилл! Да подожди, я вот-вот уже близко к этим всяким секретным файлам! Да ну блин, послушай, ты что там ищешь! Да что такое? Да посмотри вот туда! Это же то, что нужно! Это же карта цифрового цирка! Ребята, смотрите! Так, мы где находимся? Мы... Вот, Big Room, большая комната, мы находимся здесь. Смотрите, здесь диван и красная стрелочка к нему. Что эта стрелочка может означать? Ну, Кирилл, вероятнее всего, там лежит что-то очень важное. Например, то, что мы ищем. Возможно. Что мы ищем? Так, все, Джакс, без лишних вопросов, давайте. Так, по карте это находится недалеко, здесь, возле дивана. Судя по карте, нам нужно идти вот сюда. И вот этот диван. Да, давайте, ребята, ищите. А ты не будешь нам помогать? Я буду, конечно, буду. Так, нету. Здесь нету. У меня нету. Да тут вообще ничего нету. Я так. Тоже ничего не нашел. Так. О, под диваном. О, ребят, тут что-то есть. Ребят, смотрите, что я нашел. Джакс, эй. Смотри. О, ты хочешь сменить головной убор? Ну, эта шляпа тебе подойдет. Она такая же пустая, как и твоя голова. А, да, пустая. Смотри, здесь что-то есть внутри. Это? Что это? Какие-то стрелочки. Ты знаешь, что это такое, Джакс? Ну, возможно, это какой-то код. Вниз-вниз, вверх-вниз, вверх. Комбинация. Блин, Кейн просыпается. Надо срочно дёру давать отсюда. Да, он сейчас давай. Будет не очень долго. Давай, вставай быстрее, валим, валим. Как я так заснул? Валим. Говорил, бабушка, нужен отпуск. Быстрее, заходите, заходите. О, все, теперь он нас здесь не найдет. Кирилл, смотри, там глаз. Он все увидит и найдет нас. Какой глаз? Мы о, блин! Нет, сейчас мы решим эту проблему. Так, надо убрать куда-то глаз. О, мешок. Так, все, теперь он не будет за нами наблюдать. А, кстати, Джакс, это тебе. Серьезно? Мне никто никогда не делал таких подарков. Правда? Да нет, конечно, я угораю. Нафига он мне нужен? Ах, поспал, взбодрился, а теперь накатывать. Блин, она сейчас вообще залагает и здесь окажется! Не переживай, все будет хорошо! Пойдем, не переживай, потому что сейчас придет продавец и спасет нас! Нет, продавец не придет! Почему? Потому что он же не знает, что мы тут! Точно, он же не знает, что мы тут! Да! Он не знает, что мы тут! Он не знает, что мы тут, что мы тут! Пашка! Он не знает, что мы тут! Пашка, ты не переживай! Да, нет, я буду переживать, потому что он не знает, что мы тут! Пускай поплачет, я возьму все в свои руки. И кажется, у меня есть идея. Ребята, я тут написала, что мы в гараже. И сейчас я запущу дрон. Слышишь, Пашка, все будет хорошо. Получается, продавец увидит, что мы в гараже и спасет нас. Так, ну уж так или так. А может, это какие-то цифры? Да нет, это стрелки, какие цифры? Ну, вверх, вниз, туда-сюда. Так и чего делать? А прыгает, садится, чего делать? Ну нет, это, наверное, идти вперед и назад, ну или вверх все-таки. Я ничего не понимаю! Друзья, пришло время наказания, и первый по нашествии может выбрать сам. Щекотка или ледяной бассейн? О, только не ледяной бассейн, у меня там уши мерзнут. Блин, что же делать? Надо искать срочно выход. О, ребят, это же дверь может вывести нас из цифрового цирка. Так, кстати, подождите, эти стрелки вниз-вниз, вверх-вниз, вверх, они как-то относятся к этой двери, это подсказка. Давайте, валим отсюда. Подожди, зачем мне валить? Мне здесь нравится. Ну да, это же наш дом, мы привыкли к нему.
Вы подождите, вы не хотите стать людьми? А, ну, зачем? Вот я посмотрел на тебя и нет, не хочу. Это я здесь такой, там я нормальный. Ну, не знаю. Я, пожалуй, не буду верить этим словам. А как же? Подождите, тут злой Кейн. Тут вообще вакханалия какая-то происходит, а там нормальный мир. Да нет, я думаю, мы привыкли в такой атмосфере. Там будет слишком скучно. Да, здесь здорово. Я вообще не понимаю, зачем мы тебе помогали? Зачем я это делал? Ну... Это весело было? А, ну да, это было очень весело. Но пора завязывать. Ребят, я бы с вами остался, конечно, но у меня там друзья ждут, Паша, Алина. Поэтому пока. Ну, погнали. Стрелка показывает назад. Значит, надо идти назад. Так... О, а я до сих пор в офисе. Получается, стрелки работают. Так, дальше мне нужно, ну, вперед идти, то есть в красную дверь. А, вот она, вот в эту. Пашка, не переживай, он точно увидит и придет. Я надеюсь. Так, взлетаем. Так, пока что продавца не вижу. Блин, он же носит очки. Он же может не увидеть. О, Пашка, он точно увидит, 100%. Наверное. Так. О, вот она, помни. Но продавца еще нет. Так, быстро действуем. Опа. Хорошо, что всегда все при мне. Все. Я готов, только зря я сказал про этот дротик. У меня же ничего такого нет. Хотя у меня кое-что такое есть. Это дротик-транквилизатор. Нужно спасать Алинку. Блин, где продавец-то? О, бежит, родненький. Ой-ой-ой, хорошо, что он бежит. Пашка, не переживай, все классно. О, он встал. Что, целится? Ой, хорошо. Целься! О! Попал! Так бежит к ней. Все, точно попал! Пашка! Слышишь, он попал! Паша! Я понимаю, что ты расстроен. Но мы спасены, Паша! Паша? О, Паша! Где Пашка? Ой, 5 офисы! Это последняя стрелка! Последняя? О, блин, и вправду последняя! А куда идти-то? О, это что такое? Это VR-очки? Это выход! Это то, что мне нужно! Ой, блин! Ребята, я иду! Алина! Я покакал! У тебя жесткое несварение желудка! Да нет, у меня просто отличный обмен веществ! Продавец, сам продавец нам помог! Я же тебе сказала, что он поможет! Он молодец, он крутой! Он ее обезвредил, и нам остается лишь снять с нее маску! Так чего же мы ждем? Потащили ее в лабораторию! Давай! Блин! Тащим да, в лабораторию! Она тяжелая! Я вернулся! Это же дом наш! Я верну! Ребята! Ребята! Ты тихо! Алинка! Что вспомни? Вот мы сейчас и выясним. Мы в лабораторию идем. Давай, я перехвачу. Давайте. Тащите ее! Наконец-то мы снимем маску «Помни» и спасем ее. Да, Алин, давай. Я попробую. Давай. Не получается. А, блин, дай-ка я попытаюсь. Слабая просто. Да, я-то, ну, немножко поздоровее. Блин, вот у меня тоже слабак. Да, от тебя-то вообще ничего не получится. Да, ну, сейчас проверим. И, оп. Поддается. Поддается. А, блин, это потому, что ты был в цирковой цифре. В цифровом цирке. А, ну да.
пожалуйста, там просто пули. Вы бы знали. А этот секрет вы узнаете чуть позже. Но тыкайте на этот видосик, пожалуйста, тыкайте. И пока.